карьере каждого рестлера наступает такой момент, когда он должен поставить на кон все. Мне нечего терять. Мне ничего не осталось, кроме цели. Сейчас особый случай. Надо работать не над силой своего тела, а над силой духа. Сломать и сломить его нельзя, а вот победить можно. И нужно. Тут не нужно думать о травмах, крови, потерянных силах. Когда перед тобой самый сложный барьер, тут уж не до боли и не до страха. Я буду жить настоящим. Буду стараться быть лучшим в том, что я делаю. Легко не будет. Никому.